Пожарное депо сдали в эксплуатацию в поселке Новый Надеждинского района Приморского края. В пожарной части созданы все условия для комфортного несения службы. Помещение для отдыха личного состава, диспетчерская и учебный класс. Также здание имеет 6 выездов для спецтехники. Ворота по высоте подобраны под каждую единицу техники. МАЗы тоже проходят? Конечно. Вот, обратите внимание, вот там, где лестница стоит, это 30-ка стоит. А если 50-ка, 50-ка нужна будет с учетом высотности здания. Новое пожарное депо обеспечивает прикрытие 14 населенных пунктов Надеждинского района, в котором проживают 40 тысяч человек. Часть укомплектована современными спасательными машинами, 6 Уралами и КАМАЗами, 2 УАЗами «Фермер» и автолестницей. Руководитель Приморья обозначил, что в крае идет большая работа по модернизации и переоснащению пожарно-спасательной службы. Мы ведем большую работу, вы видите, по обновлению техники, по строительству пожарных депо, с тем, чтобы вам была возможность комфортно работать. Вот. Безусловно, продолжим работу по обеспечению вас средствами слежения, вот, надежной экипировкой. С каждым годом повышается заработная плата, эту работу мы будем в дальнейшем проводить, понимая, насколько важен ваш труд. В торжественной обстановке Олег Кожемяка вручил почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора края приморским героям. Отметим, пожарное депо построено в рамках госпрограммы. В следующем году появится еще 7 таких объектов, что позволит быстрее и эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.